Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 апреля. Как видите, у нас прекрасная погода, 26-28 градусов. И я хочу сказать о том, что когда я первые томаты высаживала в открытый грунт, многие писали, что не нужно так рано высаживать, еще не отцвела черемуха. Вот черемуха зацветет, будет обязательно заморозок. И только после того, как расцветет черемуха, можно высаживать. Как вы видите, у нас цветет черемуха, уже отцветает. И если верить даже вот этой народной примете, что цветет черемуха, должен быть мороз. Но нынче у нас такой год удивительный. Даже на цвет черемухи никакого мороза не было. И прогноз на следующие дни тоже очень хороший, теплый. И я вот, как исходя из этого, могу сказать вам так. Не знаю, как в других регионах, но именно у меня, вот у нас в Алтайском крае, скорее всего, уже вот эта народная примета нам подсказывает, говорит, что пора уже высаживать. И, кстати, знаете, что увидела? На черемухе уже тля. Это значит, что уже такие благоприятные условия, что даже уже успела появиться тля. Но это уже еще один признак, что очень тепло на улице, что даже уже насекомые вредители появились, уже нужно высаживать. Вот это, вот эти цветочки черемухи, это нам такой сигнал, что все, наверное, мороза больше у нас не будет, пора высаживать. Кстати, в начале мая я смотрела, будет самое большое понижение температуры, вот так вот, как падение, 4-5 градусов ночью, но это 2 дня, и дальше опять тепло, все, я не знаю, как вы. Я сегодня начинаю высадку в открытый грунт томатов. Все, до свидания.